Наш электрик и наш прораб. Прораб маленький мальчик. А электрик сейчас выйдет из машины. Да. Сейчас мы с этими ребятами полезем туда, на эту крышу. Что-то не выходит электрик. Электрик у нас еще меньше, чем прораб. Вот мы зашли на крышу нашего дома. Вот она так выглядит. Так выглядит соседка. Так выглядит наша. Так выглядит соседка. Так выглядит наша. Что-то с нашей не то. Я боюсь, что по лестнице, если мы втроем пойдем, то мы и втроем на первом этаже окажемся. Попкорн из раунд, he don't work on more. He don't work on more. Let's go one by one, those steps are good. I'm waiting for you to go, then I go. Да, сильно. Ты себя потом увидишь, Ростик, в Ютубе. Хрень получается небольшая. У нас отрезано, мы сейчас нашли, отрезано все электричество. И нам надо новое заводить в дом. А это куча бабла. Сейчас придумаю какие-то обходные пути, но боюсь, что мы попадем на кучу бабок, которые мы не рассчитывали. Совсем. Открываем жилье, попытка номер два. Только что еле-еле вынесли эту дверь металлическую, а за металлический сюрприз еще одна какая-то дерево. Здесь надо лестницу поставить. Там за деревянное еще деревянное. Давай. Да? Да, я угадал. Вот, уже хоть открыто, слава богу. Запах такой, что капец. Вот подвал. Тут же поубирали в комнате пустые. Там ребята работают. Здесь все время жили люди какие-то. Не только люди. Это пиздец. Какая-то заброшенная. Какая-то заброшенная станция Чернобыля. Кино. Ладно, какой телевизор еще, блядь, выносит. Давай, Галюк, хорош снимать, давай, по машине. Вот, давай, как хорош снимать? Надо все. You gonna play PlayStation? Такой телек модный вытащили. Выбрасываем мусорку. Короче, сказали, что уже плюс 5000 экстра. Have a nice day. Вообще, с экраном, блядь, все нормально. Отремонтирует, будет играть в PlayStation. Это с одного подвала полная машина уже мусора. Вот такая машина уже полная мусора с одного подвала. Я еще не закончили.